Кино на свежем воздухе. Не только романтично, но и в ситуации распространения коронавируса еще и безопасно. В Самаре проходит фестиваль уличного кино. В программе 10 фильмов молодых российских режиссеров. Их задача – заявить о себе в короткометражке. В жюри – известные представители киноиндустрии, но главный ценитель картин, конечно, зритель. Картины были сняты еще до пандемии, по большей части, но в этом году, например, есть фильм про уже пандемию от участницы, которую зовут Ян Гэ. Она сняла фильм «Ничто не может помешать нам любить». Это зарисовка про любовь во время карантина. Фестиваль уличного кино планировали провести в середине лета, но пандемия помешала планам. В итоге праздник любителей кинематографа прошел в Самаре в сентябре в течение 2 дней. Фестиваль путешествует по всей стране. В списке участников более 600 городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, города Приморья, Урала и Сибири. На фестиваль приходит более 1000 работ. Идет очень такой жесткий конкурс, отбор фильмов. И 13 сентября с 12 часов до 3 можем посмотреть произведения самарских кинематографистов. Зритель может проголосовать за понравившийся фильм, включив фонарик. Жюри подсчитает голоса. Результаты во всех городах суммируют и определят тройку призеров. После чего на церемонии закрытия будет объявлен народный победитель, который получит грант 1,5 миллиона рублей на полнометражный дебют. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, «События».